Всем привет, ребята! Меня зовут Саша, вы на канале Рыбка Плей. Сегодня я вам расскажу о пчелах, которые остались у нас, о которых мы еще не говорили, которых еще я не затронул. Это ивентовые пчелы. Итак, поехали! Итак, ребята, как видите, в моем улье уже есть практически все ивентовые пчелы, за исключением одной, которую получить очень сложно. Это Винди Би, она получается там, путем выполнения квестов медведя, который дает лепесток. Его нужно задонатить в храм ветра, потом уже еще раз туда донатить вот такие бутыльки с облаками. Вот у меня их 10 штук, их там как повезет, кто-то тратит 10, кто-то 50, кто-то 200, кто-то 300, кто-то 500. То есть, кому как повезет. Вот, соответственно, вот такой вот улей у нас получился на данный момент. В прошлом ролике мы получили вот эти две пчелки одаренные. Это Bubble пчела. Потом мы получили еще одну легендарку Демон. Мы получили Леона одаренного. И тут, короче, Рейдж у нас попались, Брейв, которых я оставил. Для чего? Ну, там мне несколько квестов есть, которые токены там нужно спавнить побольше. Вот Рейдж, в частности, их дают. И также, чтобы убить краба и убить улитку. Вот, как только мы все это сделаем, я их буду потихоньку менять уже на тех, которые больше подходят, конечно, для фарма. Вот, итак, возвращаемся к теме нашего сегодняшнего видео, а именно это наши пчелки, которые у нас ивентовые. По-быстренькому покажу, где мы их берем. То есть есть вот такой магазин за тикеты, и вот они у нас тут все стоят, радуются, ждут, пока мы их себе в улей купим. Каждую пчелу можно купить один раз, ее можно там ставить, переставлять в улей, то есть будет одно яйцо, которое вам всегда возвращается, если вы ее поменяли на какую-то другую пчелу, а потом вы можете ее вернуть в другое место, в любое в вашем улике. Вот. В общем, в сложности вам здесь нужно, получается, потратить, сколько тут получается, 500 тикетов, 1000, 1500, 2500. То есть, либо вы их фармите, либо вы их покупаете за донат. Ну, я их все нафармил со временем, потихоньку покупал. Вот как бы все они у меня есть. Вот. Итак, давайте я вам по-быстрому расскажу, что они нам дают, какие плюшки. Итак, у нас пойдет по списку, получается, сверху вниз. Это первая пчела, это бер-пчела, пчела-медведь, которая нас превращает в медведя. И когда мы превращены в медведя, у нас идет умножение пыльцы на 2. И также она увеличивает нашу силу прыжка. И если она одаренная, то с 20% шансом она будет нас превращать в редкого медведя, который будет давать уже 2,5, умножать нашу пыльцу, сбор пыльцы на 2,5 и на 1,5 пыльцу от добываемой пчелами и давать 20 скорости передвижения и 65 силу прыжка. То есть, в принципе, ее можно одарить, но это как бы несущественно. В первую очередь я, конечно, рекомендую одаривать это Фотонку, это Гамми, это Таби, а дальше уже всех остальных по желанию. Дальше у нас идет следующее, это кабальтовая синяя пчела. Она у нас очень полезна для синего улья, и она нам дает следующие способности. Она вызывает синий импульс, который прыгает среди синих пчел, собирая вокруг них пыльцу плюс 10% за уровень пчелы. Мощность увеличится с каждым прыжком. Если у вас есть малиновая пчела, то есть следующая, это вот это у нас Crimson, активирует следующие способности, а именно красный импульс. Также синяя синхронная бомба позволяет синим бомбам собирать из белых цветов в течение 30 секунд. Если красная синхронная бомба активна, позволяет синим бомбам собирать из красных цветов. То есть, когда у нас эти две пчелы, мы взрываем красные и синие бомбы и собираем на любом поле, вне зависимости от того, какая бомба взорвалась, мы собираем и красные, и синие, красную и синюю пыльцу.
Следующая пчела у нас это как раз таки Crimson, то есть она делает все то же самое, только она делает это с красными бомбами. Также она пускает импульс, который прыгает между красными пчелами, плюс 10% за каждый уровень пчелы, усиливается она в зависимости от количества красных пчел. И в принципе все то же самое делается с красной бомбой, если есть синяя, то есть они собирают и на том поле пыльцу. Достаточно полезная штука иметь их обе. Следующая пчела у нас фестиваль пчела. Она у нас дает всем игрокам на сервере в определенное количество времени случайные подарки, там всякие плюшки, мед, расходники и так далее. Если она у нас одаренная, то она будет давать более крутые расходники, подарочки, да, и она будет ставить бисмос, елочку такую с подарками, тоже достаточно прикольная штука. Также она может давать случайную область на поле для того, чтобы преобразовать мед, то есть, ну, этот, конвертацию увеличивает на поле. И также она усиливает красные бомбы, собирает 10 пыльцы из 29 окружающих красных цветов, плюс 10% за каждый уровень пчелы. И комбинируется с другими бомбами, чтобы увеличить мощность. Ну, в принципе, тут все стандартно. Следующая пчела у нас Гамми Би. Это пчела, кстати, которую мы можем получить за сбор вот этих вот желе гамдропов. Вот, липкая конфета там, или как они еще по-разному называются. Так вот, она у нас, да, Саня, да, меня зовут Саня, Саша, Александр. Сейчас, дружище, я очень хочу тебе ответить, но мне нужно записать. Вот, она нам дает, что она нам дает? Она нам дает токены, которые засыпают либо... Да ладно, ладно, давайте ответим ему, а то он не успокоится. Пишем по-английски. Да. Привет. Привет. Вот. И также она вызывает каплю такую на окружность, которая также нам дает липкую конфету на поле. То есть мы с ее помощью можем выполнять квесты. Она нам дает вот этот как бы пассивный сбор липкой конфеты путем того, что мы эти токены берем у нее постоянно. Вот. То есть она очень такая полезная штука. И если она у нас одаренная, она нам дает плюс 5% меда за пыльцу, которая у нас собирается именно с липкой конфеты. Следующая пчела у нас фотонная пчела. Она нам дает тоже прикольные штуки всякие. Она выпускает 25 лучей плюс 2 за уровень пчелы, которые удваивают всю пыльцу из цветов, в которые они попали. Если она одаренная, тогда пыльца мгновенно преобразуется. То есть ее тоже, в принципе, интересно одаривать. Она будет сразу преобразовывать в мед, то, что собирает. И также она усиливает на 10% скорость передвижения игрока на 20 секунд. Это просто она дает нам, получается, токены скорости. И если она одаренная, она нам дает 5% преобразованию мгновенному. То есть дает нам увеличение преобразования мгновенного, когда мы собираем на поле. Так, следующая пчела у нас Папи Би. Это у нас собачка, пчела-собака. У нее какие есть, ну, особо, в принципе, такого страшно полезного ее способность не дает. То есть она кидает мяч, который мы там с ней пинаем туда-сюда по полю. И она увеличивает сбор пыльцы на 100%, плюс 15% за уровень пчелы. Когда вы еще ног пчела, пинаете мяч друг к другу. Сбор увеличится за каждый удар. Удар, комбо, хиты дают выиграть печеньки. После первого паса дается одна печенька, но удар увеличится вдвое за каждый пас. Ну, короче, такая себе фигня. Увеличивает ей опыт и для 10 ближайших пчел на 30, плюс 10 за уровень. Ну, то есть она периодически дает токен нам, который мы собираем, и он дает опыт всем пчелам. И если она одаренная, вот это полезная штука, когда мы будем качать пчел. То есть, когда мы переходим на прокачку там 10+, там 11, 12, там уже нужно миллиарды меда, миллиарды печенек,
Вот. И вот, соответственно, здесь нам понадобится ее одаренная способность, которая увеличивает на 20% опыт от печенки. Вот. Это очень полезная штука, поэтому ее можно, в принципе, одарить, когда мы уже будем прокачивать уровень на максимальные левела. Следующая пчела у нас Табиби. Это у нас полезная и очень хорошая пчелка. Она нам дает, как бы, то есть мы постоянно стакаем ее бонус, и максимальное его количество 1000, x1000. И вот когда мы наберем вот здесь 1000 стаков, то она будет собирать 110 пыльцы за 4 секунды, производить 1760 меда за 3 секунды. С царапины собирать 77 пыльцы, это токен такой в виде так, царапающих таких коготков. И будет 247 пыльцы, если пчела 15 уровня. О, ну, это, конечно, да, это еще сложно очень собрать. Ну, ладно. Но все равно эта способность у нее есть. Вот, собственно, эта царапина, которую мы подбираем, она увеличивает вплоть до 1000% благодаря бафу «Полосатая любовь». То есть каждая царапина там прям супер круто собирает. Вот. И навсегда дает полосатой пчеле 1% суммы сбора, сумму преобразования и пыльцу от царапины, складывая вплоть до 1000. Ну, короче, вот ее до 1000 докачиваем, и она становится прям супер-мега крутой. Вот. Ну и одаренная, она дает плюс 50% в критической силе наших пчел, так, сбор и так далее. Следующая пчела, это у нас пчела, вот это у нас Vicious Bee, или злобная пчела. Вот, она нам нужна очень для того, чтобы убивать боссов, убивать улитку, убивать краба, туннельного медведя. То есть она мощная и очень хорошо нам в этом помогает. Она создает шипы, которые, соответственно, равны количеству, равны ее уровню, и наносит очень много в том плане, что мы шипами можем бить и чужих боссов, которые, в принципе, наши пчелы не атакуют. То есть вот тут тоже полезная тема, если можно в группе, короче, как бы убивать какого-то босса, конкретному игроку, всей толпой прийти и попытаться там максимальное количество урона нанести, а потом уже там тиммейт сам добьет своего босса. Вот, также она нам дает синие бомбы, и если ее одарить, она сокращает скорость, время восстановления монстров, то есть уменьшает респаун после того, как мы их убили. И последняя пчела наша, это Винди Би, так, кто-то там Эпик Спраут посадил, надо успеть сбегать, залутать его и зафармить. Следующая пчела у нас последняя по списку, это Винди Би, которую получить крайне сложно и очень трудно, долго, и, в общем, ну, она прям невероятно мощная, она очень крутая. Вот, она нам бустит белую пыльцу на 20% в течение 15 секунд, она призывает облако в случайном поле, которое у нас там поливает дождиком и увеличивает скорость сбора, увеличивает рост цветочков, которые мы собрали. И также она вызывает торнадо, которые тратят скорость, ну, как бы, вот мы стакаем нашу скорость на 10 токенами, а торнадо забирает их и при этом собирает пыльцу и токены, то есть все, что есть на поле. Продолжительность скорости увеличивается в зависимости от количества стаков скорости и уровня пчелы. Это очень тоже крутая штука. И если ее одарить, она нам дает плюс 15% мгновенного преобразования белой пыльцы, x2 усиления от облаков. Очень-очень крутая, полезная штука. А получить Винди пчелу можно только, соответственно, вот здесь, выполнив вот здесь квесты Spirit Beer, который дает лепесток. Этот лепесток мы можем задонатить вот сюда. Да что ты застрял? Ты допрыгнуть не можешь. Вот сюда мы, соответственно, донатим этот лепесток, и после этого мы еще сюда тратим вот эти вот облачка, и она нам случайным образом выпадает, яйцо Винди Би. Вот, так, полетели, поможем пацанам набить Эпик Спраут. И еще, что я вам хотел показать, так, ну тут понятно, пацан сам не справится, мы ему поможем немножко.
Я думаю, он будет не против, только за. 5 миллионов ему набивать очень долго будет, а мы это сейчас сделаем буквально за несколько секунд. Да, ребята, кстати, не забывайте подписываться на канал, так как мы будем разыгрывать робоксы среди подписчиков. Наша первая цель — это 50 подписчиков. Это совсем маленькая цифра, и ее совсем несложно набрать, если вы, ребята, будете активно подписываться, если вы будете смотреть мои ролики. Я надеюсь, что они вам нравятся. Я стараюсь рассказывать и показывать подробную информацию, которую узнаю, которую я сам изучаю. То есть я эту игру, как видите, прохожу, ну, можно сказать, практически с нуля, не мега там какой-то раскачанным персонажем. Вот, поэтому буду очень рад, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк, и я буду вам признателен и разыграю робаксы среди подписчиков. Вот так, остается у нас всего лишь 300 тысяч. Что-то как-то туговато мы идем, но уже осталось 100 тысяч. Так, теперь смотрим, что мы тут полезного можем подобрать. Роялки, билетики. Что тут, ничего нам хорошего не выпадет. Да, и как-то неинтересно. Одни роялки. Ну, в общем, я, может, что-то не заметил. Если, ребята, вы заметили какой-то полезный дроп, а я его не увидел, напишите в комментариях, что это было. Будет интересно, потому что я вообще ничего не увидел. Одни Royal Желе и тикеты были, и все. И ягодки, да, ничего интересного. Вот, собственно, да, кстати, еще забыл вам показать, где мы получаем Vicious B. Мы ее получаем вот здесь, набрав 250 шипов, которые выпадают также из этих пчелок, которых мы фармим на поле. Что ты, паук вылез, залез? Ну ладно. И желейную пчелу мы получаем за 2500 вот этих гамдропов. Да, вот они как посыпались. Так, отсюда не залезу, ладно. Пойду по-нубски. Залезу. Вот здесь мы за 2500 желе получаем нашу желейную пчелу. Вот. Собираете их, фармите, относите, получаете пчелку, относите в свой улик и радуетесь. Вот такой у нас получился ролик. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.